Первая мировая война. Мы в ней победили, но мы не смогли удержать мир. Лучше это жить в мире, чем воевать друг с другом и уничтожать свое будущее. Тогда нам не нужно будет строить стены из бетона и эвакуировать наших детей из городов. От прошлого врага осталось что-то ужасное, что нельзя остановить. Мир стал свидетелем того, что случается, когда целая нация становится сумасшедшей. Что бы вы делали? Страдали? Сотрудничали? Или сопротивлялись бы? Приветствую вас. Сожалею, что вынужден так кратко сообщать, но у нас появилась новая миссия. Вы помните парня Дениса, который живет рядом со мной? Он все время расспрашивает меня о сопротивлении. Все время говорит, что хочет присоединиться, потому что его страну оккупировали так же, как и Францию. Я не думал, что это серьезно, но сегодня мы должны извлечь из этого выгоду. Вы помните, что происходило тогда в Академии музыки? Ее стали использовать как склад для оружия. Нил сказал, что сегодня ночью будут перевозить все оттуда в головной офис, в Дюбиссоне. Он выкрал копию манифеста и показал мне ее. Там будет очень много амуниции, взрывчатки, легкого вооружения.